отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. Этим людям интересно заводить новые знакомства, путешествовать, заниматься спортом, а также они любят науку и искусство. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Однообразная серая повседневность негативно отразится не только на физическом и психическом здоровье этой личности, но также и на характере, что может иметь трагические последствия. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Носители этого имени ненавидят рутину, однообразие и посредственность. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.